К другим темам. Стало известно имя воспитателя года Алтая. Итоги краевого конкурса профмастерства подвели в краевой столице. За почетный титул боролись 15 воспитателей со всего региона. В финале конкурса педагогов ожидало необычное испытание – ток-шоу «Профессиональный разговор». В формате интервью участницам задавали вопросы о мастерстве воспитателя. Как отмечают организаторы, справиться с этим заданием педагогам было непросто. Такой конкурс однозначно полезен. И сегодня они на ток-шоу говорили об этом. Понимаете, вот этого общения профессионалов, этого никто не заменит. И это самое главное в этом конкурсе. В итоге лучшим воспитателем года стала Екатерина Зинер. Она работает в детском саду «Теремок» в Зато-Сибирском. Ей вручили премию 200 тысяч рублей и путевку на всероссийский конкурс «Воспитатель года», где она будет защищать честь нашего региона. Второе место заняла музыкальный руководитель детского сада «Сказка» «Камня на Оби» Ольга Овчарова. Третье – воспитатель Кулундинского детского сада «Радуга» Татьяна Березенко. Им вручили премии в размере 60 и 40 тысяч рублей.